Всем привет! Наверное, сейчас очень сильно будут кусать комары. Я запишу видео, чтобы похвастаться, поделиться с вами радостью, показать, какие подарки мне подарили на мой день рождения. Посмотрите, такие красивые серьги с фианитиками. Они на солнце очень сильно блестят. Вот. Это мне подарила наш друг Лена. Уважаемый наш, обожаемый друг. Доктор. Вот. И я очень довольна. Они такие воздушные. Дима говорит, что они мне идут, и они очень красивые. Комары. Далее. Ну, весь наш сад – это дело рук. Практически весь наш сад – дело рук Оли. Посмотрите. Два таких замечательных пиона. Кстати, они какие-то разные по листочкам. Запах невероятный. Белый и такой ярко-розовый. Будет. Оля сказала, когда они отцветут, нужно будет их посадить. И посадим мы их. Мы с Димой уже решили. Вот. Где-то тут. Кстати, посмотрите, Дима уже калиточку сделал белую. Это тоже, только она открыта, плохо видно. Ну что, пойдем дальше. Посмотрите на это чудо. Я их испачкала, потому что грязные ноги. По веранде ходила и надевала их. Ну ничего, постираю, будут как новенькие. Вы не представляете, какие они удобные. Это подарок от Оли, который подарил нам пионы. Вот, еще Оля подарил домашний такой костюм. В нем можно и на улицу выходить, но я его постирала, чтобы уже можно было носить, поэтому пока вам его не покажу. Так, покажу все, что у меня на первом этаже. Посмотрите, я уже открывала. Это, так, сейчас я прочитаю. А, нет, не прочитаю, это очень мелко. Пилинг-сыворотка, производство Корея. У нее какой-то супер магический эффект омоложения. То есть мне вот исполнился 41, и в итоге через 5 дней я вам покажусь. Вообще-то надо попозже, но ладно, через 5 дней буду верить в это. Я потеряю 10 лет. И мне станет волшебным, чудесным образом, по внешности, 31 год. Я так радовалась сегодня, когда увидела этот подарок, когда мне Ирина подарила, что жду не дождусь. Скорее бы, ну, в общем, супер сыворотка, тут даже нечего даже рассуждать. И какие-то суперские просто маски волшебные в два этапа. Сначала наносишь гель, потом маску, заполнитель морщин. Ой, а здесь... А, здесь... Так, стоп. А, они разные. Смотрите, без инъекционной коррекции возрастных изменений. Угу. А здесь просто маска. Здесь какой-то гель, а здесь просто маска. Вообще класс. Восторг. Жду не дождусь. Также я вам говорила, что мне родители моих групп подарили сертификаты в «Золотое яблоко» на 3000, в «Литуально» 2000. И я очень хочу купить себе уходовую косметику, потому что она у меня закончилась. Ну, мне там хватит на 2 примерно тюбика, но и это тоже здорово. У нас как бы была цветная вечеринка. Вот, Ирина подарила мне еще такого зайчика, смотрите, перламутровый, классный. Я пока еще не знаю, куда его поставить. Вот, у нее был цвет голубой, у нас, так, у Оли был цвет зеленый, у Лены, которая мне подарила сережки, был цвет красный. И мы подо все подобрали музыку. Вот. Например, у Лены был такой, была музыка, она была в синем. Синий трактор. Па-плям, па-плям, синий трактор едет нам. У Ирины была музыка, она была в голубом. Голубой вагон бежит, качается. У Лены была музыка «Девушка в красном». Ой, нет, «Девушка в красном». Что-то как ты прекрасно. Я не помню, «Богдан Стамир», старая песня. Потом у меня был цвет, шорт я выложила, как будто бы золотой. И песня у меня была «Ты мое сердце из чистого золота, и я спасу тебя от холода». Вот. У Лены была... Так, стоп. Кого я еще никак не могу? У Оли, вот, которая пионы, у нее была песня классная. Вот такая вот. А все бегут, а он светит. Что такое? В общем, был светофор зеленый. Леонтьев. Классная песня. Вот. И видите, у меня тут уже просто нет. Это. Та-дам! Это еще есть. Вот. Ну, в общем, крайне мало. Если вдруг
кто-то захочет поздравить меня с днем рождения, то в закрепленном комментарии к этому видео я оставлю карточку. Уж адрес не буду оставлять, но номер карты я оставлю, пожалуйста. Пишите поздравления в сообщениях к переводу. И я все расскажу, кто и как меня поздравил. Продолжим. Лена, которая была в синем, подарила продуктовый набор, чипсы, потому что ей нужно было все синего цвета. Синие чипсы, синие салфетки, синий Орео, синюю пачку Milky Way конфетки и деньги. И подарила мне сумму некую, чтобы заплатить ипотеку. За что ей огромное спасибо, Лена. Такой подарок ждал меня. Подарок от Наташи. И это сертификат. Сертификат в спа-салон, да. И так как сама бы я себе, собственно, не купила бы, потому что деньги всегда нужны на что-то, а на себя их очень жалко, то вот такой подарочный сертификат. И я могу сходить я могу на спа-процедуру. Я этому очень рада. И вы не представляете, что здесь. Это очень интересно, и нужно заморочиться, чтобы это сделать. За что, конечно, Наташе огромное спасибо за внимание. Зайчиков, которые они мне подарили, я вам показывала. С Денисом я их посадила в крыжовник. Они будут эти зайчики делать так, чтобы крыжовник рос, и все было у него хорошо. И у нас потом, когда мы будем собирать ягоды. Тут такие классные штуки. Вот, например, открой, когда захочется вкусненького. Ну, там, соответственно, что-нибудь сладкое. Открой, когда нечего делать. Я вот открыла, тут кроссвордики. Открой, когда лень готовить. А тут, конечно же, БПшка. Ну, понимаете, это очень интересно. Открой, когда не выспалась. Да. Ну, ладно, не буду выгадывать, но... Понимаете, да? Открой, когда все бесит. Замечательный конвертик. Открой, когда приболела. Открой, когда нужно выглядеть на все 100. Короче, супер. Как всегда. С фантазией. Вот. Ну и что у нас вышло по итогу? Вышло то, что я всем довольна. Представляете, каждым подарком я очень довольна. Ай! Подожди, где она сейчас? Да, вижу. А как ее снять на видео? Спускаться? Бегу. Она на людей не напрыгнет? Где она? Вижу. Мама. Сидим. Она здесь одна? А вон, что посерединке. Нельзя. 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 Мама. Нельзя. Вы видите, какая жаба. Я рассказывала про подарки. Про какие? Про подарки? Про подарочки мои? Угу. Что-то что-то у меня здесь что-то, кто-то меня укусил. Какой-то комар меня. Смотрите, как Дима постригли красиво. Ага, все. Дим. Мне комары записали. Все понравились мои подарки? Мне понравились твои подарки. Еще я помладе на 10 лет из-за этого. Да ты что? Мне придется написать старую жену где-то. Она его прям хватает. Ты что, не слушница? Не кстати, слушница. Мы подтвердили запись на гостиницу для собаки. Да? Угу. Так что в августе ты поедешь на 5 дней. Ты поедешь на 5 дней в гостиницу. Да, поедешь на 5 дней в гостиницу. Пока записывала видео, кофе остыл. Вот смотрите, мне Оля подарила такие... полотенчики. Это гуси. Два веселых гуся. Мы эльфы. А это гуси. Вот так вот. Поделилась с вами подарочками. Какие у меня есть. Так что теперь мне 41. Вот. Кофе. Все, буду прощаться. Видео короткое. Постараюсь записывать побольше. Кстати, сейчас шортс выложу, посмотрите. Надо посмотреть, какую музыку наложить. Потому что там жаба. Большая, жирная, настоящая жаба. Она шла под дом. Зеленый. Фу, ты сказал зеленый, мне прям плохо стало. Зеленый, толстый, жирный жаба. Да. Ладно, все. Всем пока, всего хорошего, крепкого здоровья, удачи во всем, денег, много денег, без денег плохо.
Все, пока.